ордер для меня. Одна омерзительная статья о фильме «Изгнание». И я решил, что «Голливуд Репортер» – это то издание, которое я больше никогда не буду читать. Поэтому мы закончили с вами интервью. Я шучу. «Голливуд Репортер» – это самые свежие и интересные новости как отечественного, так и зарубежного кинематографа. Прежде всего, это «Голливуд». Это во-первых. А во-вторых, это «Репортер». Если бы в один прекрасный день вы взялись снимать картину про «Голливуд Репортер», в каком жанре она была бы и кого бы вы взяли на главную роль? Это было бы что-то из области зомби. А на главную роль – Микки Рурка. Давай так. Если ты спрашиваешь, я собирался бы снимать хороший фильм, это требует сценария, кастинга и так далее и тому подобное. Но, если иметь в виду интересное решение, я бы снимал детектив. Это вопрос на засыпку. Феллини клялся, что он может снять фильм по телефонной книге. Наверное, можно снять фильм по «Голливуд Репортер». Надо спросить у Феллини, как бы он это сделал. Я бы не взялся за такую сложную задачу. Они как-то написали очень неприятную рецензию. При этом я не читал ее всю. Мало того, я не знаю английского языка. И мне мой друг с возмущением, Миша Кричман, с возмущением, он просто кипел и зачитывал некоторые фразы. Я говорю, и дошел до середины, я говорю, Миша, все, хватит. Что это за издание? Он, да блин, «Голливуд Репортер». И «Голливуд Репортер», в общем, наверное, это олицетворение кино в самых его ярких и интересных красках. А если бы вы продюсировали картину о «Голливуд Репортере», в каком жанре она была бы и кого бы вы пригласили ее поставить? Я бы пригласил Кирилла Серебренникова. Мне сложно придумать жанр, но это вот должно быть такое стильное-стильное кино, которое, от которого нельзя оторвать глаз. В жанре комедии я бы позвала Михаила Кокшенова. На роль кого? На роль голливудской звезды. Пафосного я вам ничего не пообещаю. Драму? Но для драмы надо знать людей, надо искать за ними отношения. Комедию вам будет обидно. Но мелодраму, наверное. Конечно, мелодраму. Мне, честно говоря, я вам зубы заговариваю, потому что я, правда, не знаю, что вам ответить.